Ребята, всем привет! Сегодня приехали на трубу рыбачить на свою любимую. В этом году воды не так много. Антоха, скажи всем привет! Всем привет, скажи! Всем привет! Слышь, там в камышах что-то ломится. В камышах рыба аж ломится, трещит все вокруг. Попробуем поймать что-нибудь. Я решил с этой стороны попробовать, посмотреть. Посмотреть, будет ли там. Антоха сейчас с той стороны трубы будет рыбачить. Я попробую вот здесь вот что-нибудь поймать. Должны они где-то быть, карасики, подходить. Посмотрим, что из этого получится. Давно уже здесь не были. Будем производить разведку боем. Когда-то здесь, в прошлом году весной, через эту речку все текла аж, вода. Ручьи были, подъехать было невозможно, машину за 500 метров оставляли. Здесь вот дырка была промыта, все, туда тоже нельзя было проехать. В этом году получше. С дорогой. Все, проверим? Ну, проверь. Антоха первый раз вытаскивает. Оп, ё-моё! Вот это первый заброс. А, в трубу! Ничего страшного! Держи. Шесть держу. Ничего страшного, вытащишь. Леску только не порви. Дуги, смотри, все. Трубу засосало, вон тут подъем. Вытащишь, нормально. Я в прошлом году сазанов так вытаскивал. Блин, тяжело. Засосало. Надо сразу вытаскивать. Да. Иди в ванночку сразу. На, в ванночку, чтобы они чистенькие были. Или стой, я ванну принесу тебе. Давай. Или она каждый раз будет туда к ней ходить. Наверное, штучек 15-20 зацепил, Антох. Наверное, штук 15. На вид. Ну, больше ведра, я так скажу. Вот ванночки, видите, сколько? Ванночка у нас 90-литровая. Так что будем рыбачить дальше. Я попробую сейчас с той стороны, что творится, проверить. Антоха, он уже дальше забрасывает. Слушай, ты забрасываешь, а камыши трещат вокруг. Крестовина у тебя согнула, видел? Нормально. Нет? Да. У тебя крестовина согнула. Все там отлично, закидывай десой. Ну все, у Антохи ловится, потихоньку попробую я забросить. Только с другой стороны трубы, просто интересно. Что там попадется. Подъемники у нас 1,5 на 1,5 с ячейкой 20 миллиметров. Пробуем первый заброс. И подождем немного. Антоха там уже подождал. Можно и вытаскивать. Полный подъемник. Нет, уже не полный. Ну тоже неплохо. Не так много на этот раз. Ну штучек 7-то есть все равно. Ну. Карасишки попадаются прям такие неплохие, я бы сказал. Желтый он на солнышке весь переливается. Сладкий. Всю зиму им сахар давали с Антохой. Я говорю, карасик сладкий, мы же им всю зиму сахар давали. Да. Пойду попробую. Ты платформ, ты кормил. На это же ведь? Ну, можно сказать, и на это. Все здесь воедино сливается весной. Пробую я что-нибудь поднять. А у меня вообще никого нет. Почему так? Что, пробуем еще раз? У меня ничего не было, может, у Антохи подошли карасики. О! У Антохи здесь поинтереснее, чем у меня. Переходи сюда. А как я перейду? Здесь один подъемник, все. Да два можно воткнуть. Ну, давай попробуем, два часа. Сейчас я вытащу, если я у себя ничего не вытащу, тогда уже будем думать, что делать. Давай.
закинули в одно место с Антохой, решили, что здесь будет лучше. Сейчас подождем 5 минуточек, а то мы тут нашумели. Не-не-не, там вот аж трещат камыши. Сейчас с Антохой вдвоем подкрадываемся. Давай на счет 3. Раз, два, три. И все равно только у Антохи. Не судьба мне сегодня поймать. Кидай тысячу. Куда? Туда подальше? А я здесь закину. Сейчас туда, под самый камышок надо. Ну. Сейчас подъемник развернем. Подкрадываемся потихонечку. О! Наконец-то я что-то зацепил. Попробовал я здесь вот с краешку подойти к этому месту. Как-то без подъемника. Попробую здесь что-нибудь поймать. Сейчас заломаем камышек. Ого! Все, теперь ждем, должен я увидеть. Левее! Ну пусть, ты подожди. Видишь, он тогда начинает не вставать. Камышок шевелится. Караськи-то, наверное, ползают там. В общем, попробую сейчас пару раз поднять. По-моему, ничего не будет. Вижу, я четко вон не доходят они до меня. Попробую поднять. Ух ты, ух ты. Несколько штучек. Все равно удалось поймать. Хотя я думал, что их нету рядом. Попробуем еще разочек забросить и сразу же вытащить, долго не ждать. У Антохи там интереснее получается. Ну и все, долго не жду. Пробую вытаскивать сразу же. Нету, нету никого. Сильно долго здесь надо ждать, у Антохи там веселее получается. Пойду к нему. К тебе пойду, ё-моё! Давай. Опа! Ха-ха, неплохо. Неплохо. Ну здесь ты так долго не ждешь. Ну а смысл ждать? Ну да, если они так ловятся. Здесь быстро. 2-3 минуты тяни. Пробуем. Тащим большую рыбу. О, окунь был. Почему видел? Был? Ну маленький был, совсем ушел. Маленький окунишка. Ячейка-то что, 30-ка? Да? Да. Не 30-ка, а 20-ка. Это сильно маленький окунь выпадал. Давай. Здорово, карася боком как зацепил. С этой стороны получше. Закидывает подъемник туда. Вот этот? Ну блин, это тяжелый, как падла, шест. Давай, я к нему сейчас. Сейчас, ребят, хотим к этому подъемнику видеокамеру прицепить и посмотреть, как видно будет этих карасей. А, ну давай, я пока еще покидаю. Антоха пока половит. Так, сейчас получается вот у нас видеокамера. Прикрепили вот здесь на подъемнике. Проводок идет по веревке. Потом по шесту. И вот здесь вот в итоге у нас получается. И это дело вешаем на шею. Ух ты, неправильно повешал. Пустим под воду и должны мы отключиться. Увидеть там такую вот картину. Надеюсь, что будет рыбка. Посмотрим. Включаем запись и опускаем. Сейчас Антоха там вытащит кого-нибудь.
Что, вытащишь карасей? Ну-ка. Что он там зацепит? Ага, есть. Караси есть. Сейчас посмотрим, видно будет в камеру или нет. Если что, на камере инфракрасный свет включается. О, видно все, вообще нормально. Отлично. Только забросил, уже караси появились. Уже в подъемнике. Подъязок там, по-моему, плавал. Или сазанчик, слушай. Не могу понять, что. Или сазанчик, или карпик, или облезлый карась. Подъязок. Подъязка, вот я увидел и поймал его. О, подъязочка. Ну, отлично. А я его увидел, что он подъязочек там припыхается. Больше карасика даже. Ну, в один момент даже подумал, что это сазанчик. С камерой поинтереснее. Опускаем, смотрим. В прошлый раз только опустил, сразу же появился. Заодно я знаю, как быстро они появляются. Вот он. Ну, это же как-то один. Вот еще. Тем краем заходит. О, пошли. Два. Видишь, они откуда прут? Ну, слева откуда. Пескомышка вылазит. Но. Четыре штучки в одном, пять. Угу. Скапливаются наши подъемники. Только что-то они не сильно не скапливаются, они подходят. Это подъезд? Нет, карась. Все карась. О, шесть было, семь. Попробуем. Опа! Вот они, красавцы сибирских рек. Я бы сказал, даже болот. Подъязок опять выпрыгнул. Я видел, одна рыбка ушла класс. Нет, вон, там на берегу. Ну ты его в ванночку в отдельную положи. Ох ты, блин. Он самый прыткий, потому что. Но. Ё-моё. Да. Чё, ё-моё? Грязный. Карася заморал. Да. Опустили. Смотрим. Вон они сразу же. Блин, интересно, где? Оп. Ну слушай, с камеры оперативненько получается. Можно надергать мах. Девяностолитровая ванночка у нас уже полная. Караси делают побеги. Да. Сейчас нам брызгли с комаринкой. Закусили конфетками. Пойдем посмотрим, что у нас там. Кто и пока не подходим, где к камере пока что не подходим. По-любому наичаилось. Может, здесь Антоха думает, что-нибудь попалось. Давай. Ничего не здесь нет. Пойду туда вытаскивать потихоньку. Подкрадусь сейчас. Больше там карасей, сколько плавало, столько и есть. Опа! Так и есть, штучек по 5, по 7 за раз вытаскивается. Эх ты, как всегда один мимо. Камера шевелит. Ох ты!
Так, большую ванну мы уже заполним. Наполняем маленькую. Антоха там выглядывает. Рыбанов. Стабильный глава с десяток. Втекать надо. Давай еще раз вытаскивай. Я отпускаю. Согласен. Давай. Зончиков не было, да? Естественно. Было. Опа! Профессиональный заброс. И профессиональный выброс. Сейчас хочу вытащить. Нет, не сможет. Опа! Слушай, мы так последний раз долго вытаскивать будем. Посмотрим, сейчас будет видно в подъемнике или нет. Готов? Да, у меня все включено. Куда поплывет рыбка? Ё-моё. Во, у меня в подъемнике забились. О, некоторые проскакивают. Смотри, что там на видосе будет. Ё-моё. Не, они там по одному проскакивают, по много нет. Они на берег лезут. Не хотят уходить. О, шмыганул один. Еще шмыганул. О, у дуги кто-то. Ага, проскакивает. Ну-ка. Ни одного. Ни одного. Разбежались они все. Видишь, у него по камышам полезли. Ого! Это наш карасик. Два штучки ушло. Знакомый наш карасик. Мы его сегодня уже видели. Все, снимаю. Так, ребят, в общем, такая вот получилась рыбалка. Всю рыбу сегодня выпустили. Дома у нас уже хватает рыбы. Ловим, так скажем, для спортивного интереса. Видели, сколько мы поймали. Ванночка, сколько? Одна 90-литровая, а это 40, наверное, 5-литровая. Почти полная. Так что рыбу можно у нас поймать. И даже нужно иногда. Но сегодня она нам не нужна, поэтому всех карастей выпустили. Ты подъязка кошки забыл. Подъязка кошки забыл. Подъязка срочно. Ёлки-палки. Сейчас, ну одного карасика хоть поймай. В общем, рыбалка вот такая вот получилась. Если кто-нибудь хочет такие подъемники, как у нас, приобрести с Антохой, 1.5 на 1.5 с ячейкой 20 мм, то ссылка снизу. Всем пока. Всем пока. Спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Дальше будет интересней.